всех с новым патчем. Сегодня обзор, если не на самую лучшую новинку патча, то 100% на самую токсичную. Британская машинка Fox. Боевой рейтинг 7.0, но забегая вперед, скажу, что повышение BR до 87.9.0 даже лучше сказывается на ее эффективности. Если где-то найдете Aston Martin с украденным двигателем, то знайте, что его поставили в новую танкетку, потому что она выжимает 100 км в час в РБ почти на любой поверхности. А теперь главное, назад она едет с такой же скоростью. А это что, кто-то до дома не дотерпел? Откидываешь дымы и уезжаешь быстрее, чем крутятся приводы башни у советского тяжа. Через 15 секунд после начала боя лиса приезжает на вражескую респу, говорит: «Ты плохой». И спокойно делает свои фраги. Ну а чё? Лент тут несколько, типа камерники, типа фугасики и основная лента с пробитием 110 в упор. Но будьте бдительны, она стоит 7 рублей. Пробивать можно в борт почти кого угодно, но все же с тяжами на 6.7 часто бывают проблемы. Нападать нужно только при полной уверенности, что ты либо сможешь его закружить, либо от него уехать. С большой скоростью приходит и большая ответственность. Она не совсем просто управляется, поэтому в схватке с бетонным блоком можно и фидануть. И вот ты на ультра-агрессиве гомиплаучах залетаешь в людей, пробиваешь кого в борт, кого в лоб, и все это приносит очень много удовольствия. Не зря же все-таки у нее название, как фамилия у половины порно-актрис. Только вот почему у нее спереди то, что у леговского тигра сзади, это вопрос. Перезарядки щита нет, лента просто выплевывает снаряды с определенной периодичностью. Если что, пушка тут как на BMP Warrior. УВН минус 14, можно стрелять из-за холмов и других укрытий. Брони, конечно же, нет, хотя стоп. Отсутствие брони в нашей игре, это, конечно, лучшая броня, но лисичка аномально много танкует, причем даже уверенные снаряды. Хоть в другой катке она уже может наоборот слиться от очереди пулемета. Из-за супер маленьких размеров ее почти не видно, а значит можно ныкаться, ждать за углом и прочие противные вещи, от которых у врага будет гореть. Палиться можно только разве что на звуки выхлопа от баги из Half-Life 2. Ее точно как-нибудь понерфят, может введут заклинивание орудия или рандомный шанс взрыва машинки посреди боя, я не знаю. Но пока не понерфили, прям рекомендую повеселиться, лиса уделывает даже итальянские гробики по скорости и имбовости. Муа.